Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня на распаковке у нас три посылочки. Начнем с первой. Значит, первая посылочка оценена в $5, и это мужской браслет. Сейчас посмотрим, что за браслет. Я их заказывал несколько. Посмотрим, какой лучше будет. Ага, вот браслет такого плана. Распакуем, глянем. Да, это вот такой браслет. Он было написано, что кожа. Это похоже на кожу твердая, не дермантин. Посылка шла больше месяца, полтора месяца, ссылочку оставлю. Давайте попробуем померить его. Пусть мне одному застегнуть его. Да. Не получается. Не получается. Интересно, как он застегается. Нет, наверное, вот так все-таки. Вот, да. Да, вот так вот, извиняюсь, что так долго. О, вот. Вот такой браслет получился у нас. Ну, прикольная фишечка, как раз по моей руке. Рука у меня не толстая, я думаю, если рука будет чуть потолще, уже не застегнется. Да, вот такой браслетик. Ладно, приступим дальше. Дальше, что у нас дальше? Оценено в $5. Что такое, я догадываюсь. Это, наверное, для зачистки кабеля. Такой гаджет, так скажем. Давайте посмотрим. Да, посылка пустая. Да, это именно он. Это вот такая штучка для зачистки кабеля. Сейчас давайте найду какой-нибудь кусок кабеля и попробуем зачистить. Так, да, дорогие друзья, нашел я кусочек провода. Давайте попробуем зачистить. Брал я его для работы, потому что на работе все руки порезал. Да, зачищает. Удобная штука и недорогая, там, по-моему, что-то около 100 рублей она всего стоит, так что ссылочку оставлю в описании, читайте описание, подписывайтесь на канал. Так, давайте дальше. Дальше большая посылка, оценена 2,99, это ремень для камеры. Ремень для камеры пришел. Давайте посмотрим. Да, ремень для камеры. Да, вот такой вот ремешочек. Такой вот ремешочек для камеры. Давайте также попробуем, как будет закрепиться, не закрепиться в камеру. Да, ремешок отлично подошел к камере. Все крепится довольно-таки хорошо. Замечательно, причем недорого. Смотрел в интернет-магазинах ремней для камер в пределах 1000, дешевле я ничего не нашел. А здесь, по-моему, рублей 400 всего этот ремень. Так что советую, покупайте. Ссылочку оставлю также в описании. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много посылок, будет много распаковок. Все, спасибо, дорогие друзья. До свидания.